Приветствую вас, друзья, на канале Сибирячка готовит, с вами Елена. Представляю вашему вниманию любимый рецепт куриных быстрых котлет. Готовить буду сегодня с инданой. Посмотрите, нежнейшие котлетки, сочные, безумно ароматные, получается целая гора котлет. Все просто, быстро, поехали! Для котлет беру куриную грудку, нарезаю ее мелким кубиком. Выкладываю в миску. Добавляю соль. Лук мелко нарезанный, взяла большую головку. Приправу для ароматной курицы от инданы. Беру пол чайной ложки. Все точные количества смотрим, как обычно, под видео. Если не смогли приобрести именно эту приправу, можно воспользоваться любой другой от инданы для курицы. Добавляю крахмал. Если нет крахмала, его можно заменить манкой или мукой. А также добавим ароматную красную паприку от инданы. Для вкуса, цвета. Посмотрите, какой он насыщенный. Перемешиваю. В яйцо выкладываю сметану. У меня 15%. Взбиваю. Добавляю фарш. И перемешиваю. Еще раз тщательно, чтобы все хорошо распределилось. Убираю в холодильник на 20-30 минут, чтобы специи хорошо у нас разошлись. Перед тем, как выкладывать котлеты, еще раз перемешиваю фарш. Беру ложечку и выкладываю в разогретое масло. Формую. И обжариваю до золотистой корочки. Переворачиваю. Быстро мы справились со своей задачей. Спасибо Индане за великолепный вкус, аромат и огромный выбор. Наши котлеты готовы. До новых встреч. Пока-пока. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал, если вы это не сделали, чтобы не пропустить следующее видео.